Живем здесь как бы временно на свете и рождены, чтоб однажды умереть. Не думают об этом только дети, но и на годы не взирает смерть. У всех особый жизненный отрезок, иному год, иным десятки лет. Влачить желанием с нуждами довесок, иной был вовсе не рожден на свет. Живем, как будто в очереди длинной, стоим послушно смерти на прием. Иные угождают плоти тленной, другие ищут крохи под столом. Неужто просто так Бог дал нам жизни? Живи, люби, работай, ешь и пей, выравнивай духовные кривизны или сокращай свой век кругу бомжей. И топчем же землю грешную ногами, и ранимся о камни зла и бед, вцепившись в жизнь дрожащими руками, порой не зная, как живет сосед. А шар земной, как пункт распределения, глядит на смертных весь духовный мир, кому погибель, а кому спасение, желающие попасть на Божий пир. Когда питаем плоть насущным хлебом, то будем помнить в разуме своем, что мы в долгу пред лучезарным небом, не просто так питаемся и пьем. И где-то там в глубоком подсознании нам совесть часто говорит о том, что наши дни, что наши человечьи оправдания, как медный звук пред праведным Христом. Бог дал нам жизнь не просто прохлаждаться, у Бога не бывает просто так. Коль дышишь ты, то стоит постараться полезным быть в служении и в делах. Открой глаза, чтобы видеть чьи-то нужды, а также слух, чтоб слышать чей-то стон. И лишь тогда ты станешь в жизни нужным и будешь чадом Божьим наречен. И сам поймешь ответ на свой вопрос, зачем ты пережил свое рождение, и твердо скажешь: «Жизнь моя – Христос, а смерть плотская – в жизнь переселение». Аминь.